Всем добрый день! Я продолжаю свои прогулки по Москве, и сегодня я вам хочу показать еще один, по моему мнению, интересный сквер, который находится на Болотной площади, сквер Репина. Вот сзади меня вы видите памятник Репину. Пойдемте посмотрим и погуляем. Памятник Илье Репину здесь установлен в 1958 году. И скульптор Матвей Манизер. Сейчас мы подойдем к нему поближе. Вот, ну, конечно же, кисти, палитра в руках великого художника. Почему здесь установили этот памятник? Потому что здесь совсем недалеко находится Третьяковская галерея. Так, сейчас мы посмотрим, что здесь написано. Сейчас. Памятник Репину. Архитектор Рожин, скульптор Манизер. 1958 год. Великому русскому художнику Илье Ефимовичу Репину от правительства Советского Союза. Отсюда я вам такого покажу и потом еще издалека покажу. Памятник здесь поставили в 1958 году, а до этого, почему еще здесь? Потому что в 1950-м Болотная площадь тоже была переименована, и была она площадью Репина. А в 1990 году площади вернули название Болотная, но памятник стоял, и здесь сделали сквер в 2014 году, сквер Репина. Пойдемте погуляем по этому скверу. Здесь есть что посмотреть. Пойдемте сначала, как я люблю, посмотрим фонтан, а потом еще посмотрим еще одну достопримечательность этого сквера. Как-то вот здесь вот побольше цветущих кустиков, чем вот в других местах, да? Вот мы с вами были в сквере в Лаврушинском переулке, там поменьше, ну, сам сквер поменьше, вот, и в Сокольниках поменьше цветущих, а здесь, смотрите, здесь уже сирень цветет, смотрите, цветет. Вот, и вот там впереди фонтан, смотрите, как красиво. Этот фонтан построен в 1948 году. Сначала его называли Болотной, так как площадь была Болотная. Потом, когда площадь переименовали, он стал называться Репинским. Потом опять Болотным. Но чаще всего его все-таки называют Репинским, потому что все-таки сквер Репина. Чаша самого фонтана сделана гранитная. Видите, вот видно, да, гранитная. А вот чаша, вот там внутри ваза красивая, внутри, откуда бьются струи воды, она выплавлена из немецких орудий, то есть переплавили немецкие орудия после войны и сделали из нее, ну, даже не чашу, вазу, наверное, такую красивую. И вроде бы как сам фонтан этот строили пленные немцы. Ну, я не знаю, проверена ли эта информация, потому что много там и дома у нас строили пленные немцы, там еще что-то строили. Потом выясняется, что нет. Ну, в общем, я вам говорю ту информацию, которую я прочитала. Вот, причем я это видела в нескольких источниках. Ну, возможно, это и правда. Ну, как я уже сказала, этот фонтан называют и Болотным, и Репинским, но чаще всего все-таки Репинский. Ну, как-то, мне кажется, звучит получше, чем Болотный, правда? Вот такой красивый фонтан есть в этом сквере. Так, а теперь нам нужно пройти на другую, ну, противоположный конец этого сквера и посмотреть еще одну достопримечательность. Ну, она, конечно, не историческая, но уже стала
очень популярная и является достопримечательностью Москвы. В центре сквера вот такая клумба с тюльпанами красивыми. В этом сквере вот есть такие качели установлены, все подстрижено, все свеженькое. Ну, посередине тоже клумба. Ой, привет, ты кто? Присогузка? Тоже здесь тюльпаны. Вот так подстрижены кустики такими лучиками. Видно вам, кстати, лучики? Там посередине. Кружочек выстрижу. Это лучики. А здесь еще, смотрите, что-то зацвело. А, это какие-то яблони, наверное, подстрижены, судя по цветам. Ну вот, а идем мы с вами, я бы сказала так, к скульптурной композиции. Причем, ну не только на, по моему мнению, но по многим мнениям, я читала отзывы о ней, очень неоднозначное мнение о ней. Я долго сюда собиралась, потому что вот видела фотографии, думаю, нужно самой съездить. И вот что-то меня останавливало, знаете, я когда видела все вот эти вот скульптуры, которые здесь отражены, вот как-то мне неспокойно становилось. И вот, ну вот сегодня я сюда приехала, и мы с вами сейчас посмотрим. Это скульптурная композиция «Дети, жертвы пороков взрослых». Сейчас мы как следует ее посмотрим. Все посмотрим. И вот несмотря на то, что спорное мнение об этой композиции. Кстати, автор скульптор Михаил Шемякин, скульптор с мировым именем. Она все равно притягивает людей. И, знаете, я вот смотрю, люди стоят, ну вот все, вот как вам сказать, вот с грустью смотрят на все на это. Но давайте все-таки поближе подойдем, посмотрим. Ну вот посередине девочка и мальчик. Около них там книжки, игрушки, мячик, но при этом у них завязаны глаза. К сожалению, очень часто бывает, что дети берут пример со взрослых и не видят, что на самом деле происходит вокруг них. Да, к сожалению, так у нас бывает очень часто. И именно, наверное, поэтому автор назвал, что дети – жертвы пороков взрослых. Дети, но они пока не имеют опыта, они смотрят на взрослых и, к сожалению, иногда берут очень негативный опыт. Шприц в руке, похож на Дракулу. Дальше у нас идет проституция. Как жабы, в виде жабы представлена. Воровство. Такой, скажем так, свинтус. Отвернулся и хочет спрятать такой мешочек воровского. Алкоголизм. Ну, это понятно, да, алкоголизм. Невежество. В форме осла. Называется, как описание, вот то, что
неуч, ничего не хочу. Ну, не знаю, что глупый человек, а вот не знаю, вот почему в форме ослика, как-то мне вот, если я когда читала описание, мне за ослика стало обидно. В общем-то, ослики не такие глупые животные, но пусть будет это не ослик, пусть это будет осел. Вот, лженаучность. Лженаука подтягивает детей. Учат, вот, вот, видите, собака с двумя головами, равнодушие, четыре руки, две из них затыкают души, две руки сложены на груди, и сейчас, если получится, я вам сзади еще покажу, скульптура отвернута лицом в другую сторону, а на затылок надета маска равнодушия. Пропаганда насилия. Щит с оружием. Садизм. Конечно, такая скульптура очень прям. Если честно, вот я смотрю сейчас на все на это. Когда читала, еще не так, а когда вот сама смотришь, вот прям внутри как-то вот все вот это все начинает потихоньку так клокотать. Для беспамятных. Ну вот это вот для беспамятных единственная скульптура, которая без какого-либо обозначения. Здесь, я так понимаю, гильотина, кандалы. Так, эксплуатация детского труда. Вот такой ворон завлекает детей поработать на его фабрике. Фабрика, видите, такая маленькая, прям вот для деток. Нищета. Ну, я так думаю, что здесь даже не столько нищета, а, наверное, здесь имеется в виду все-таки попрошайничество. И что это? Война. Война. Да. К сожалению, да, войны у нас. Все эти затевают взрослые, а страдают не только взрослые, но и дети. Да, конечно, памятник неоднозначный. Навевает он такое настроение не очень пессимистичное. И действительно, взрослые в ответе за детей, потому что взрослые могут сами решить за себя, каких пороков им отказываться, какие принимать. А дети нет, дети смотрят действительно на взрослых. И, к сожалению, принимают от взрослых не только хорошие качества, но и плохие. Давайте еще сзади пройдем, там, потому что есть некоторые эти скульптуры, которые повернуты спиной. Я вам постаралась по максимуму показать эту скульптурную композицию. Да, нелегко на это все смотреть, особенно когда это касается детей. Но об этом тоже не нужно забывать взрослым. Все-таки взрослые могут решить за себя сами. Дети, к сожалению, не всегда могут это сделать. Вот пишите свое мнение об этом памятнике, об этой скульптурной композиции, скажем так. Дети – жертвы порока взрослых. Да,
памятник очень тяжелый, как-то вот становится тяжело, но давайте сделаем так, чтобы наши дети не страдали от пороков взрослых. Это в наших силах, чтобы дети воспринимали от нас только хорошее. На этом я закончу свою прогулку по скверу Репина. Всем большое спасибо, что вы погуляли со мной. Но вы далеко не уходите. Оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Напишите свое мнение об этом памятнике, какое он произвел на вас впечатление. А я говорю вам до свидания. Еще обязательно увидимся. Всем пока-пока.